be in Boston in February. Both shows happen to be sold out. What to do? What to do? Listen tomorrow morning at 8:20 a.m. to win tickets to both shows. That's what your company looks like. Да хули ты вылез, придурок? Куда ты нахуй едешь, блядь, дурак? Some help. I gotta go. Bye. I'll tell you in a second. There's a hell of a wreck. But. Зок, надо уже ехать после работы. Надо сейчас сказать. Козел. Да это баба, сука, блядь. Он нахуй, блядь. Пизда, блядь. Приехали, сука. Ну что, не слышно об этом? Handicap spots. Are you handicapped? No. Well, what makes you so special that you can park in a handicap spot? Record me, I'll break your fucking phone. You're on. Why? What makes you so special? Back the fuck up, what? Me. Back the fuck up. What makes back you so special? My car. What makes you so special back that you can park car. In a handicap spot? Back the fuck up my car. What makes back you so special? Fuck you! Ay! Putain ta! You see me behind? Excuse me? Gangsta, yeah? Fucking cunt! What the fuck? What the fuck is wrong with you? Это пиздец. Без номеров. Так, это вот их мне колесо отлетело. Так, вот ухо отвалилось. Ну вот, вот такой у нас. That's fine. Go okay. Right ahead. Okay. Learn how to be courteous. If I backed all the way up, then I would have hit you. Uh-huh. I didn't hit you. You came so very close. And you honked at me and I hung back at you. There's nothing for you to say to me. Have a great day. See ya. Bye. Have a fantastic day.
bus, driver, or sales assistant. Visit recruiterni.com today. Oh, thousands shit. Of local jobs. Find the one. Oh. Oh, Господи. О, Господи. О, Господи. Девушка, там знак был, уступи дорогу. Что ж вы так, Господи? Уступи дорогу, девушка. Came into this lane yeah. and then went right back out of it.
Whoa, I just barely missed that. Yeah, you did. Because the guy in front of you wasn't paying attention. А он может нами уже заехать. Ёпта мать. Охуеть. Сейчас съебаться хочешь? Да, она сейчас сядет и быстренько уедет, наверное. А может и нет. За порошком побежала. Не аварийчик, ничего. Конечно, вообще.
Бросил машину посреди дороги. Спасибо. Не варить ничего. И ушла за творожком. Вон она, в розовом. Помешать. Тип своего здоровья. Вот. Вот такой вот. Смотрите, как это все происходит. Она поставила. Смотри, пошла, пикает, закрывает, открывает. Вообще картина. Открывает машину, и садись спокойно в машинку со своим творожком. Просто представляете, оставить тачку посередине дороги и пойти за творогом, блядь, в ларёк. Блин, а то и даже не спешит, смотри, двери открыты у него там, блядь, вообще. Хоть ты сигналку поставил бы. Он на сигналку, на аварийку. Ну, он как на парковке прям себя чувствует, по ходу дела. Смотри. Даже не собирается заводить. А ну, пока пристегнул, вот, картины. Пока ключ ставит, зажигание. Ну, еврейка. Ну, и спокойненько. О, она и поехала. И подальше. Поехала. Куда? Она правила дорожного движения знает. Смотри. А? На зеленый горит что ли? Ну, буксом трогает. Сука, блядь, я не успел даже. Это сам, ты числа правильно стоят? Да. Назад. Что, самая умная, да? Это встречка. Это встречка. А нехер было вылезать. Вот нехер было вылезать. Есть правило для всех. Закон для всех един. Вот езжайте давайте. Нет, не нарушаю.
И что вы сделали? Что вы сделали? Зачем вы меня подрезали? У меня видеорегистратор. Вы видели, что там было? Что вы сделали сейчас? Сука, блядь. Давай, Лили. Давай, дай телефон, папа позвонит. Лили, дай телефон. Девочку сбил. Уебать тебе сейчас бочину, блядь. На, блядь! Где сохранить? Есть такая кнопочка, блядь?
member station WGBH, Mark Herz, has more. Social security numbers, birth dates, and address histories were among the data stolen by hackers. Attorney General Maura Healey says nearly 3 million Massachusetts residents were among the victims, and that it's particularly worrisome because of how much data credit reporting agencies amass on people. The amount of information they have on all of us is staggering. And for them to fail to take adequate steps to safeguard that kind of data and that kind of information is an egregious failure, and that's why I'm acting immediately. Healy will allege in the lawsuit that Equifax did not maintain safeguards needed to protect data in JJM0241. First is 10:15. Let's check your drive, traffic, and weather together. Every 10 minutes on the fives, here's Tom Tran. Caltrans work happening on the eastbound side of the 134 over near Glendale Avenue. That's got traffic backed up, leaving Burbank pretty solidly from just about Forest Lawn, right before Forest Lawn. Опа, пожалуйста. Ой-ой-ой. Это лезет дура, блядь. Вот эта дура, ёб твою мать, это вот. Пизда, блядь, вот на этом черном, блядь, хуярит. Это дура, блядь. А тот летит. This girl has just hit this other car. I'm gonna have it on video, hopefully. Oh my God! Is she leaving?